Всем привет! Это очередное эксклюзивное включение из подвалов Азовстали. Прошли еще дальше по подземным туннелям и попали вот в это расположение, где проживало одно из подразделений, одно из многих-многих подразделений, которые здесь укрывались. Перед тем, как сдаться в плен, они его сожгли. До сих пор очень узнаваемый запах пепла, запах гари стоит в воздухе, и дышать не очень приятно, что критично. Вот смотрите, здесь они спали, посмотрите, здесь куча золы, все сожжено. Ну, почти все, потому что куда-то в некоторые места огонь просто не добрался, потому что помещение огромное. Посмотрите на это, вот здесь более-менее все целое. Теперь, если я вам покажу вон туда, посмотрите, как далеко светит луч фонаря. Это все только одно расположение. Здесь, где жили. Пойдемте прогуляемся и посмотрим, что здесь. Вот очень четко видно, что сейчас мы идем там, где они жили. А вот, например, здесь идет своего рода такой разрыв. Поэтому сюда он не добрался. Здесь все целое, здесь что-то сложно, что-то, конечно, тоже погорело, но что-то осталось, нет сомнения. Опять же, обратите внимание на условия, в которых им приходилось жить. Ну, то есть, уберите огонь, уберите вот это пепелище, и, в общем-то, картинка не становится сильно жизнерадостной. Азовцы и ВСУшники, пока бежали, они не просто сожгли здесь все, не просто сожгли свое расположение, но они побросали оружие, но перед этим они убедились, что оно приведено в негодность. Автоматы, пистолеты, пулеметы, даже магазины они постарались сделать так, чтобы ими нельзя было воспользоваться. Но по-прежнему брошено очень много снаряжения, как, например, бронежилетов, пластины внутри, защита разбросаны по всему этому месту.